Кадры из Калифорнии. 17-летняя американка Хейли Мариника обратила в бегство медведицу с медвежатами. Незваные гости набросились на ее собак. Хозяйка, прибежавшая на лай, не раздумывая, стала отбивать питомцев из лап косолапого. Причем девушка так уверенно вытолкала хищницу за ограду, что медведица даже не решилась дать отпор. Сама Хейли, ставшая в одночасье знаменитой, ролик набрал миллионы просмотров в сети, теперь делится своими впечатлениями с журналистами. Медведь очень мягкий. Я, конечно, не успела как следует потрогать его шерсть, но по ощущениям он такой пушистый. Но не толкайте медведя, не повторяйте за мной. Исход может быть совсем другим.